Добрый день, уважаемые обучающиеся! На прошлых уроках мы познакомились с полифоническим произведением Иоганна Себастьяна Баха, познакомились с творчеством композитора. Минуэт в переводе с французского от слова «мену» означает «маленький». Это старинный народный французский грациозный танец, названный так вследствие своих мелких шажков на низких полупальцах. Как и большинство танцев, возник от французского бранда. Родиной минуэта считается Британия, где его исполняли непосредственно и просто. Пишется минуэт в трехдольном размере. Сегодня мы рассмотрим, какие есть штрихи в данном произведении. Как мы видим, основной штрих здесь легато. Легато, вы знаете, это плавное исполнение мелодии. В шестом такте встречается мордент, вид мелизма, мелодическая фактура которого состоит из трех звуков. По времени исполняется за счет украшаемого звука, обозначается своеобразной волнистой линией. А сейчас послушаем минуэт со всеми указанными штрихами. Домашнее задание будет следующим. Играть минуэт, соблюдая все указанные штрихи. Желаю всем успехов. Спасибо за внимание.